хочу предложить салат на вечер, чтобы сытно было, вкусно и витаминно. В него входит салатная капуста, гранат, помидоры, редис, красный перчик, желтый перчик, чесночок, соль. Это соевый сыр. Потом вместо орехов я посыплю кокос стружками кокосными. Потом туда входят чили, черный перец. А это упаковка от этого. Тофу называется. Вот. Масло оливковое и яблочный уксус. Ну вот, меленько надо порезать капусточку. Также тоненькими брусочками надо резать редисочку. Перчик красный, желтый порезала. Сейчас вот красный. Ну вот, в раскаленную сковородку я наливаю масло оливковое. Немножко. И бросаю сюда же чесночок, чтобы масло у нас немножко с чесночком вместе поджарилось и было как бы чесночное масло. Чуть-чуть я туда соль капельку брошу, потому что у меня салат вообще не соленый. Ну вот тофу жарится у нас уже с чесночком вместе. Должно слегка поджариться, принять вкус чеснока. Сейчас я поперчу. Вот. Тофу я поперчила, подсолила немножко. Керри насыпала. Чили. Ну вот вылила горячий тофу в салат. И теперь немножко надо налить сюда яблочного уксуса, чтобы это не так все жирно было. Потому что на масле все жарилось. Такую хорошую ложку яблочного уксуса. Чтобы все было сочное, полезное, витаминная, и чтобы не поправляться от этого. Ну вот, я посыпала кокосовой стружкой в салат под конец и посыпала от граната ягодками от граната. Этот салат можно и вечером кушать, и утром, и днем, и всегда. На здоровье, кушайте. Все, что я хотела вам предложить на сегодня. До свидания. Всего хорошего вам.